Привет, народ! Сегодня, сейчас покажу я, чем я начал кормить черную львинку. Вот эту муху. Даже ей дал. Посмотрим, может она будет кушать, нет. И дольше будет жить. Смотрите. Сейчас. Ну вот овощи, фрукты. И так далее. Вот дал бананы. Этим опарышем, смотрите. А, они снутри. Кожуру прокусить? А, нет. Не могут ничего прокусить. А, ну вот. Сейчас мы его, значит, надо его сломать. Ну-ка посмотрим поломанного. О, а вот этого, смотрите, как распотрошили. Вот. Ох, опарыш, наверное, будет вкусный, сладкий. Вот сейчас дырку сделаем, они заползут вовнутрь. Как банан будет. А вот, смотрите. Здесь то же самое. Вон как они его наворачивают. Да, это. О, это же их не этот. Они же вообще эти мухи там в Африке или где перерабатывают именно вот такое. Органику. Не органику, а овощи, фрукты. Ну посмотрим. Сейчас покормим их вот такими вещами. Это мы оставим для калифорнийцев, для червей. Вон они. А кабачок оставим для них. Пускай это они едят. А вот это персики, помидоры. Это все пойдет черной львинке. Сейчас с магазина привожу. Нет, нет. Ну такое я в основном курям выкидывал, такое там было. Огурцы. От огурцов слишком много влаги будет. Поэтому и не даю я их. Ну а эти вот персики. Я думаю, они с большим удовольствием будут есть их. Смотрите, помидоры уже утонули. Сейчас посмотрим секунду. Как они все это зажирают. Смотрите. Все. К вечеру. Да какой к вечеру? Через пару часов. Здесь, наверное, ничего не останется. Так, ну ладно. Хай они растут. Мухам поставил банан. Вон там. Ладно, там они не сидят на нем. Так, здесь у нас. О, муха вылетела, здорово, черная львинка. Сейчас я выключу. Так, здесь у нас по червям. Наложил им бананов там. О, вот уже наверх под картонку ползет. Есть предсказание, что червей надо вот таких выращивать с кокона. Так они не выживут. Никогда не слушайте людей, которые вам говорят, что что-то нельзя делать. В каком-то это им нельзя, нам все можно. Если хотите, делайте вообще. Никого никогда не слушайте. Им кто-то сказал нельзя, они вам сказали, и это нельзя, все у нас распространяется. Так, смотрите, еще что сегодня я купил. Сегодня я купил вот такого червя, червь дандробена. Захожу в магазин один, 20 грамм, 15-20 штук. Знаете, сколько стоит вот эта упаковка? 220 рублей, 15 червей, представляете? Я вообще охренел, вот эта цена, 15 червей, 220, еще там если, ну 15-20, это жесть, конечно, такие цены, дороже золота, блин, ценник. Так, ну этим я картону накидал, они были как бы, их надо оживить, потому что они были в холодильнике, еле живые. Сейчас, ладно, я покажу и сам посмотрю, что там с ними красиво. Ну вот они, видите, они крупные, лежат кучкой. Вот они. Здесь перегной. И бананчики, ну, живые.
шевелятся. Сейчас пускай они придут в себя. Начнут кушать. Чего их там немного? Ну, крупный червь. Дандробена это. Посмотрим, хочу развести. И потом... Так, давайте им дадим что, по вот такой дыньке. Хай, она здесь... Нет, наверное, это много будет. Надо будет разрезать. Порезать им дать кабачок. Дадим им немного этим тем. Сейчас я им разрежу и все. Их вот сейчас я закормлю. И больше я сюда лазить не буду. За влажностью буду следить. Сейчас я вот эту дыньку разрежу. А этот мы отдадим. Смотрите, что здесь. Помидоры уже утонули. Все. Эти абрикосы. Не абрикосы, персики. О, смотрите. Вот это аппетит. Все, сейчас этим тоже дам. Так что у меня теперь есть и дандробена. А как он будет расти? Будет расти. Или вот эти предсказатели, которые говорят, что он не будет. Его надо закупать яиц. Его надо так, его надо так. Короче. Для меня... Ну... Ладно, я не буду говорить, чтобы никто не обижался. Сами все увидите, смотрите дальше. А вы выращивайте, как вам говорят. К вам вот ни в коем случае вот так нельзя покупать и делать, потому что у вас ничего не выживет. Нам все можно. Ну все, сейчас мы их закормим. Эту дыньку я сладкую тоже им поставлю. И уберем. Куры ждут. Ну это курочки, это не для вас. Это очень долгая история с червями. Так что вот такие дела. Пойдем мы дальше заниматься строительством дома. Ну, а это, видите, видите, какой аппетит у них. О-о-о. Вот это они любят. Это в натуре, вот ихние. Ну, хотя и вот эти со столового отхода они очень тоже неплохо едят. Ну, и здесь посмотрите, как они прям все вышли и едят с огромным удовольствием. Все. Здесь у меня уже... Предкуколка. Вот здесь еще надо его просеивать. Здесь и мухина личинка. Вот предкуколка. Крупная, здоровая. Скоро полетит муха. Ну все. Вот такие дела. Так что кормим сейчас овощи, фрукты. Это все будем давать червям. Посмотрим, как они будут расти. Ладно. Ну и, конечно, будем наблюдать за вот этими нашими ползучими червяками. Все, всем пока, скоро увидимся.